Сегодня мы поинтересуемся у гродненцев, каким для них был 2017 и на что они надеются в новом 2018 году. Очень сложным, да. Думаем, что будет все у нас гродно хорошо, многое поменяется. Не знаю, что еще. Но думаем, очень многое поменяется. Чтобы было все хорошо. И всех поздравляем с наступающим Новым годом. Чтобы было у всех все хорошо. Будущее. На лучшее. Уходящий как бы такой. Уходящий? Трудовой. Трудовой, да. А что, за родителями смотреть? Переходящий год был, такой переходящий. Для меня хороший год был год. Ну, о чем мечтаю в будущем? Чтобы все хорошо в жизни было. Ну, как сказать, полный, конечно, новых каких-то впечатлений, так сказать. А будущий, я даже не знаю, что от него ожидать, если честно. Уходящий. А в будущем, может, еще будет лучше. Год, в принципе, неплохой был, можно так сказать. Но мечтаем, чтобы также все хорошее пришло в старый, ой, в Новый год со старого года. Ну и что-нибудь еще хорошее тоже желается. Конечно же, здоровья для всех гродненцев, белорусов. Вот. Удачи и счастья семейного, благополучия. Вот, всех с Новым годом наступающим. Нелегкий. Ну, в общем-то, спасибо Богу, что и так. Это все хорошо. А на следующий год, хочется побольше здоровья и рядом хороших людей. Уходящий был сложный год. А, как мечтаю, да я уже, как вам сказать, да я хочу, чтобы дети были счастливы, чтобы внуки появились. Чтобы дети, чтобы их в первую очередь мечты сбылись, цели. Счастливы дети, счастливы мы, родители. Ну и самим хочется немножко, хотя бы раз в жизни вдвоем отдохнуть где-нибудь. Вот и все. Спасибо. Год дом еще построить, достроить в следующем году. Вот и все. Спасибо. Уходящий год был хорошим. Надеюсь, что в следующем году еще будет лучше. Все будем говорить, чтобы все были здоровы и счастливы. Вам того же желаю. Каким для нас был уходящий год? Для нас был уходящий год очень замечательным. И в будущем мы мечтаем опять же об замечательном Новом годе. Да, Маргарита? Да. Мы еще можем спеть новогоднюю песенку, если хотите. Хотим. Да. Дед Мороз на Новый год. Потому что в этот праздник он... Ёлочка зеленая, веточки колючие, наряжаем мы ее. Чисто по его случаю. Ну все, друзья, всем привет. Каким был? Ну, можно сказать, были новые какие-то впечатления, новые достижения, успехи. Вот. О чем мечта? Наверное, о том, чтобы были родные счастливы просто, все здоровы, все получалось у нас. Чтобы будущего лучше предыдущего. Только об этом. Не знаю, не задумывался. Уходящий был очень трепетным. Очень трепетным. Много было суматохи. А будущее, я думаю, будет более спокойным. Где так хотим? В будущем. Хороший год был для меня. Потерь сильных не было. Самое главное, что не терять близких, а здоровье равным. Всем-всем. Вот сам, о чем я мечтаю. Все хорошо. Так, дети, слава Богу, с квартирой немножко определяются, строят. Ну, хорошие, но ожидаются новости. Что мы ожидаем? Уходящий, нормальный был год. Что тут еще? А новый будет еще лучше. Новый еще лучше. Чего ожидаем? Не знаю, чтобы все хорошо было, главное, в семье, ну и все. Ну, уходящий был год, слава Богу, все живы, а на следующий год я жду двух внуков сразу. Так что, сами понимаете, лишь бы было здоровье у всех. Все были здоровы, веселы, счастливы,
А счастливые чаи люди всегда добрые. Так, уходящий год для меня, ну так, если подвести итог, был очень хороший. Потому что я реализовала несколько своих проектов, и у меня появились новые мысли, новые планы на реализацию новых. Основной из них – это помощь незрячим людям. Поэтому я хочу, чтобы Новый год, год собаки, принес мне удачу, и чтобы я смогла реализовать все свои желания и мысли в помощи для людей с особенностями зрения. Так. Ну, уходящий год какой? Ну, как сказать? Не очень хороший, так скажем. Будем надеяться, что следующий будет гораздо лучше. Надеюсь, в следующем году хорошо закончить свой 4-й курс, выбрать для себя профессию, которая в будущем для меня будет интересной, чтобы приходить на работу как на праздник. Также хочу поздравить всех гродненцев с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья и успеха в личной жизни.